Группа защиты Юта работает на рынке средств безопасности уже 22 года. Основные направления деятельности – это создание средств инженерной разведки и технических средств противодействия промышленному шпионажу. Обнаружитель кабельных линий управления подрывом и миноискатель уже приняты на снабжение в саперных войсках армии Российской Федерации. И вот новое средство, портативный миноискатель, который предназначен в первую очередь для войск специального назначения, а также для размещения в экипажах бронетехники для обеспечения безопасности экипажа. Если говорить о технологических преимуществах наших технических средств, то можно отметить следующее. Тот комплект нелинейных локаторов, который установлен на подвижном носителе, на бронебазе, а также носимый комплект нелинейного локатора, по совокупности параметров они до сих пор не имеют аналогов в мире. Представленная система обнаружения самодельных взрывных устройств на коптере, она до сих пор не имеет аналогов ни у нас, ни за рубежом. В середине следующего года мы готовы выйти на опытный образец и в серийное производство. Такие изделия, как трассоискатель нашего производства, существенно превосходят зарубежный аналог британского производства. И также хотелось коснуться того аспекта, что в июне этого года три средства, разработанные нашим предприятием, прошли успешную сертификацию в Международном противоминном центре в Хорватии. Три средства инженерной разведки, миноискатель, кабелеискатель и нелинейный локатор ИНВУ были активно использованы для разминирования Пальмиры.